что? Нос. Какой-то горячий. Горячий, да. Только теплый суши, я же тебе говорю. Вау. Вот это. Запеченные суши. Вау. Красиво какие, да? Такое то-то. Тут я посмотрела, мне уже перехотелось есть. Подышала. Шучу, конечно. Вау, смотри, какие красивые. А вон, смотри, какие красивые. Ух ты. Ух ты, Луис, смотри, какая большая. Это та, которую мы на рынке взяли, на выставке, на ярмарке, которую взяли. Смотри, какая большая. Ух ты. Вау, это оно, Кати, нет? Горячий. Горячий еще, конечно. Горячий немножко. Так, подвинь, что-то тебе. Как вкусно пахнет. Это остынет. Остынет, конечно. Посмотри на меня. Ты. Я тебе думала, тебя на фоне рыбки сфоткать. Кто-то отжал у ребенка наушники. Попарился в бане. Еще у меня синячки тут. О, кстати, а нет, вот. Ну, мы самокат дома забыли же, малышечка. Потом с дедушкой, может быть. Марк, подожди, Марк, не ходи. Мама, тихо. Сейчас покатаешься. Тоже вон стоят. Ну что, ты страна опоздала. Где-то там отанет. Не застрянет. Где-то там отанет? Нет, там высохло, лужи нету. О, беспокойство. Приехали за грибочками. Очередной раз. Красота, конечно, такая. Такой кайф. Привет, грибник. Много листвы нападало, да? Да. Домик можно строить? Да. Ребенок делает домик еще тоже еще. Что она ему скажет? Нашли? А это кто, тоже опять? Или это мухомор? Эти вот белые. Это дедушкин табак. А, да. А вот здесь вот, вот тут вот. Опять вчера слезал здесь. Угу. А вот это тоже, вот, мам, смотри, вот для березки или это? Да. Дайте тебе в лесу собирать грибы, Лось. Да. Да? Тихо, так спокойно, да? Там нету. И людей нету, да. И зверей нету. И зверей нет. Ну, звери есть тут, наверное. Просто они нас слышат, пугаются и убегают. Да. Много ты набрал уже грибов?
Много-много? Палка. Палка, да. Сейчас, подожди. Угу. Вот, смотри, сколько тут. Вот еще один, видишь, прячется. Давай, красивые. Ой, какие красивые у тебя грибочки. Вкусно пахнут. Да, запах. Вот теперь запах варит. А вот здесь где-то был. Подожди, не тряси. Не видишь ты? Где-то здесь был уже, я же тебе только что показывала. Ну, давай попки будем отрезать все-таки. Тишина. Собрали опять. Папа тащит все ведра полные. Мама с Луи. А я стою и жду. Что-то как-то у кого ботокс. Но он... Не знаю, вообще, мне кажется, не встала. Как-то как будто и не уколола вовсе. Тело, чтобы вот так вот натянулось. А пока что все не пойми как. Ох, что, друзья. Отпуск подходит к концу. Так, наверное, получше меня видно будет. Папа уехал за грибами. Мама ушла с Луисом выбирать посылку. А я пришла встречаться с одноклассницей. Через пару дней. Все. Отчаливаем. Поэтому начала сегодня потихоньку паковать чемодан. Грудь печально, ничего не помещается. Не пойму, что у меня с ботоксом. Вот эти морщины так и не разгладились. Не знаю, то ли писать, то ли, может быть, подождать. Он все-таки встанет, а куда ждать? Тут осталось-то всего ничего. До последнего натянула и сходила. Уколола, но что-то как-то вообще не понимаю. Есть он там? Нет его там? Вот эти морщины меня прям печалят. Вот. Что сказать? Подводить итоги. Все ли успела? Хотела, конечно, больше, но... Ну ладно, что успела, что успела. Главное, что я провела время с родителями. По максимуму, как хотела. Вот, все, пошла. Там уже такси пришло. Лет. А когда-то было кафе мороженое, да? Я работал в этом зале. И здесь были совсем другие фонтаны. На втором этаже здесь не было фонтана. Не, почему? А здесь же стоит. Когда я приехал, не было фонтана, а здесь вот было. Стекляшка забегал, куда бегали. И вот, там разбитый. Красиво. Решила немножко прогуляться. Завтра мы все отбываем наш последний денечек отпуска. И все, и улетаем. Поэтому решила немножко прогуляться по городу без Луки, без коляски. Немножко послушать музыку, отдохнуть. А то когда у меня будет такая возможность в следующий раз, я не знаю. Разве что через годик. Вот. Поэтому дошла тут
Сейчас книжный еще раз зайти, хотя уже книг немерено набрала. Куда еще? Ну, не знаю, посмотрю сейчас, что тут будет и как. Просто прогуляться. Так вот фонтанчик выглядит вечером. Наполовину почему-то работает, почему-то даже не включили. Странно, вчера он работал. Доброе утро, друзья. Ну что, мы сегодня уезжаем в Казань. Завтра у нас самолет. Поэтому... И как раз похолодало, просто жесть как. Сейчас вам покажу. Ночью был дождик. Все мокрое, очень холодно, очень как серо, проморскло. И да, он весь двор. Угрюмый двор. Что-то странно, кстати говоря, обычно в это время как-то жизни побольше. Сегодня вроде еще пятница. Площадка, на которой мы играли. Ну, точнее. Тут мамины цветочки, посмотрите, как, сколько красоты. Хочется все забрать и поставить. Но чуть-чуть я, конечно, возьму. Но еще пока не понимаю, как впихну в чемодан. Герани те же самые. Например, я очень хочу на балконе посадить. Фиалочка вообще бомбическая, зелененькая. Тин-тин-тин. Здесь. И там на окне. Папа замариновал груздей. Засолил, точнее. Я их не дождусь. Вот. Родители уехали за Лукиными витаминками. И мыть машину в дождик. Ну, как бы, что делать? Вчера мы папа убрал 10 петухов. И мы вечером занимались их разделкой. Поэтому было не до этого вчера. Вот. А время сейчас 7 часов утра, по-моему. Что-то около того. У меня садится голос, еще не проснулся. Вот так вот, вот так вот. И столько машин стало во дворе. Это еще с учетом того, что здесь заменили асфальт, сделали наконец-таки разметку. И прям машин очень много. Папа вчера не нашел здесь места и оставлял машину аж вот там во дворе. Очень много. Тут весь ряд, он прям до мусорки идет. И там все заставлено. Вчера здесь даже вот уже сбоку, здесь еще два парковочных или три места все было заставлено. Все плотненько. В целом месяц пролетел так быстро. Мне казалось, месяц. Даже почти 5 недель у нас получилось. Что так много, что прям... Ну, как всегда, что-то да не успеваешь. Я вот не досмотрела фотографии, например. Казалось, столько времени, и дома были. Ну, редко, но были. Вот народ начинает выходить в садики. Наверное, уже где-то 7:30. Значит, потихонечку начнут выходить в садики, в школы. Ну вот, я в итоге... Основное это, конечно, все успело, потому что это все было запланировано и сделано еще в начале месяца, а потом был
отдых, релакс на грядках. Мы сходили за грибами, мы выкопали картошку, убрали морковку. Для меня вот было очень важно, потому что мне хотелось, чтобы Лук приобщился немножко к этой всей истории. А в Швейцарии я не знаю, как ему организовать подобный отдых. Вот. Так что сегодня едем в Казань, завтра в 6:35 у нас самолет. И вечером мы уже будем дома. Надеюсь, что все пройдет успешно, с учетом того, что у нас очень много вещей. Просто очень много. У меня не вмещается джинсовка, чемодан. Надо было, конечно, брать два чемодана, ну, одного размера. У меня один чемодан такой, а-ля ручная кладь. Какой был? Надо срочно купить второй хороший чемодан. Вот, один чемодан, а-ля ручная кладь, второй чемодан... Ну, нормальный. Вот. При том, что у нас 30 килограмм, но от этого не легче. Еще коляска, еще куча маленьких пакетиков. Это бабушка себе купила все. Бочки и ММДМС. Ты же гулять же хотя. Пошли гулять. Ты же всех вытянул на улицу. Ну что теперь? Боишься-то? Все, гулять пошли. Такая луна полная-полная. Красиво, да? Не видно? Конечно, камера так не передает. Большая луна, да? Темно в деревне. Ну вон шпильпляц, Луис, его не видно тоже в темноте. Но он здесь есть. Ну вот, идем сюда, сворачивай. Вон шпильпляц. Горка вон, видишь? Видишь что-нибудь, нет? Все, работала. А, да. А мне, да? Нет, вон, иди. Это не фонарик, а камера включена. Вон, смотри, шпильпляц. Чем не шпильпляц? М? Горка есть. Наверное, сейчас все в пыли будет. Особенно у этого человека. Мусор, да, тут, Луся? Нет, тут шайка. Ну, давай. Куда улетел? Прошел. Абракадабра бум. Идем сделать кораблика теперь. Где тут кораблик? Когда выпускаешь? Просто по правилам. Смотри, тебя дедушку пускай. Дедушку выпускаешь. Вот, видишь? А что с машиной? Осинка, это двигает. Это где осинка? Отодвигает нас? Самолетик сам на ней едет? Ты думаешь, он на буксире едет? Да.
тоже турка есть дома. Серебряная. Я вернулась домой. А вы во мне сомневались. А я их таки доперла. Не знаю, конечно, чего завтра мне это будет стоить. Спине, наверное.